Площадки посетил и глава республики Вячеслав Битаров, побывал на сельскохозяйственной ярмарке, где местные фермеры представили свою продукцию. В ассортименте молочные и мясные продукты. Гостям представили и рыбу, которую разводят на озере Бекан. Главе рассказали, озеро для такого производства уникально. В Бекане 7 течений, вода не простаивается, что создает благоприятные условия для разведения рыбы. Также глава поинтересовался, оказывает ли поддержку Министерство сельского хозяйства местному производителю. Это ваше хозяйство? Сколько голов у вас? Наверное, все. Все, что там. Вы помогаете? Вы работаете? Там же доходы. Дальше по программе военная площадка. Там прошла торжественная церемония передачи копии Знамени Победы и боевого знамени 10-го гвардейского стрелкового корпуса. Знамя образца Великой Отечественной войны передали в Национальный музей на постоянное хранение. Для республики, по словам главы, это большая честь. Хочу поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за тот подарок, который сегодня сделали нашей республике. Республика, которая имеет славные военные традиции и множество генералов, известных военачальников. Необходимо и дальше вести работу по военно-патриотическому воспитанию. Поэтому те знамена, которые мы сегодня получили в дар от вас, конечно же, будут способствовать этой работе.